Давайте начнем с самого главного, это очищение. У меня муж каждую осень очищается именно антипаразитаркой. Например, если у вас проблемы с иммунитетом, слабый иммунитет, часто какие-то заболевания, которые никак не можете вылечить, особенно если есть аллергические реакции на коже любого характера, аллергия сезонная, на холод, там, на воду, еще что-либо, да, дымодекоз, прыщи, худоба какая-либо, да, нехорошая, тянет постоянно на сладкое, не можете отказаться от еды, постоянно хотите есть. Девчонки, программа Тригель, мой муж ее принимает, вот буквально здесь осталось на дней 6 или 7, наверное, здесь по специальной схеме пьется. И смотрите сам состав, одни травы, первая формула здесь очищает желчные протоки. Если у вас, например, проблемы с желчным пузырем, желчеотоком, застой желчи, вот именно первая формула, она очистит ваши все вот желчевыводящие пути, это все травы, вот состав, все травы. Вторая, это уже антипаразитарный удар выведения, и третья, это восстановление. Вот такая антипаразитарка у нас как бы для профилактики. Меня принимает муж. Так, следующее, что я сама сейчас пью. Девочки, это наш лецитин для нормализации работы печени, выведения токсинов с печени. Помимо того, память хорошо влияет, улучшение когнитивных действий. Если вы чувствуете, что у вас движения, да, какие-то уже скованные, проблемы с памятью, с вниманием, концентрации нету, проблемы с печенью, холестерин повышен, метаболизм неправильно, да, не можете даже вот похудеть, проблемы с сердечно-сосудистой системой. Вот такой лецитин я сейчас принимаю и даю еще детям. Сама пью по 3 капсулы, а дети у меня пьют по 2 капсулы для памяти и для работы печени, лецитин. Дальше я пью хромлипазу, у меня буквально здесь немножко осталось, девчонки, я сейчас сижу на очень таком правильном питании, диету соблюдаю, и вместе с ним, чтобы помочь своему организму отказаться от еды, да, меньше кушать, вот такую хромлипазу. Почему она называется хромлипаза? Хром – это минерал, который убирает тягу к сладкому, нормализует аппетит, вес, холестерин, сахар в крови, а липаза – это слово в переводе жиросжигания, то есть это идет на нормализацию углеводно-жирового обмена. С ним вместе, то есть наша альфа-липоевая кислота, вот эту я принимаю на постоянной основе, ну, во-первых, для того, чтобы восстановить свою печень, чтобы не было жиров, то есть жировой гепатоз у кого, потому что альфа-липоевая кислота не дает застаиваться жирам, то есть накапливаться жирам в печени. И помимо того, тоже идет у него углеводно-жировой обмен для тех, кто хочет немножко схуднуть, то есть это помощь мне в поддержке диеты. И как я говорила, что я сейчас делаю зарядку, перед тем, как зарядку делаю, за полчаса я пью, принимаю вот такой L-карнитин. Это у нас аминокислота, которая помогает именно при тренировках сжигать жиры. Она все наши жиры переводит в энергию. Вот у меня здесь буквально, видите, вот недавно я начала, но это у меня вторая баночка, которую я пью. Это вот то, что я сейчас принимаю. И добавила к себе в рацион, конечно, витамины группы В. Это нужно для сердечно-сосудистой системы. Здесь у нас 3 витамина. Бетаин сам один для волос очень хорошо. В6, В9 и В12. Это для сердечно-сосудистой обмен клеток, развитие микроповреждений, то есть предотвращает развитие для сосудов и капилляров. Вот я для себя в этот раз взяла уже витамины группы В. Так, давайте дальше то, что принимают мои дети. Ну, во-первых, вот такой же лецитин, только что я про него рассказала. Дальше у нас идет новамин. Новамин – это для укрепления иммунитета, так как сына в школу ходит, старший ходит в университет, это где народу много, часто все болеют, инфекций очень вирусных много, поэтому вот сейчас я им даю наш новамин, это витамины А и С, вот 3 витамина, которые хорошо защищают иммунитет, укрепляют. Даю им на постоянной основе нашу омегу, это северная омега из северных рыб, то есть это натуральная омега, девчонки, хорошо для сердечно-сосудистой системы, для развития детей, мозговая деятельность. Витамин D3, вы знаете, что у нас есть детский, сейчас как раз последний день акции, но у нас еще есть вот такой на жидкой основе, то есть дозированный удобно. Я ее даю своему младшему сыну. Вот каплями, 5 капель ежедневно он пьет у меня витамин D3 для развития, для правильного, да, чтобы не было проблемы с костной системой, так как он ходит на бокс. Дальше старший сын у меня принимает вот такой цинк, так как у него сейчас идет, как сказать, переходный возраст, да, проблемы с гормонами, это высыпание на коже, прыщи, там, да, проблемы именно мужского характера, то, что у мужчин идет. Он, ну, также цинк рекомендован и для укрепления иммунитета и женщинам, и мужчинам, репродуктивная система, кожа, волосы, ногти. Следующий сын у нас так пьет кальций, но я его сюда вот положила, девчонки, кальций. Это 2 сыновей у меня пьют кальций, это который у нас по 2600 или по 2700, самый дешевый кальций с витаминами группы В. Тоже для их развития даю. Последнее, вот у меня здесь осталось в конце, это магний мы принимаем на постоянной основе с мужем вместе. Магний это у нас и
для того, чтобы бессонница, да, если бессонница страдает, у кого артериальное давление повышено, головные боли, магний, потому что участвует во всех функциях нашего организма, а за 40 плюс он обязательно нужен, особенно вот женщинам, да, потому что магний вымывается при любом чихе, стрессоустойчивость, да, нервозность убирает, беспокойство, тревожность, сон нормализуется. То есть человек становится спокойнее, да, помимо того, на мышцы влияет, у кого судороги ног, ночное время мучает, проблемы с мышцами. Вот у меня в последнее время было, мне прописали магний, я принимаю свой, и вы знаете, вообще ноги сейчас ночью не мучают. Вместе с ним, девочки, я еще пью, вот недавно взяла только ЭПАМ-24, это нормализация гормонального фона, при менструальном цикле, если у вас боли, да, регуляция менструального цикла, и 96-й. Так как вот часто отекаю, потому что проблема щитовидка все равно есть, да, с гормонами, я пью вот 96-й для профилактики мочекаменной и желчекаменной болезни. Для, именно для почек, нормализация почек и здесь как пилонефрита, да, профилактика, чтобы не было проблем. Вот это то, что мы принимаем всей семьей, девчонки. На самом деле, вот эту продукцию можно брать бесплатно. Если хотите, я вчера выкладывала, да, что мы ведем набор консультантов в компанию, работать именно бизнес-партнером и получать сертификат от компании.